Мэр Магадана Юрий Гришан проверил состояние лестницы и тротуара по адресу переулок Мурчканский, 11. Проблемы по благоустройству города были основными в ходе приема граждан и вопросов на прямой телефонной линии. Поэтому градоначальник вместе с департаментом СТЭК выехали на проблемные участки областного центра. В ходе проверки выяснилось, что на тротуаре Мурчканского переулка отсутствуют пандусы и лестницы. Ходить здесь действительно невозможно ни с колясками, ни тем более уже не будем говорить об инвалидах-колясочниках. Вот поэтому сейчас вот мы здесь с заместителем руководителя департамента СТЭК определили, что в первую очередь сделаем пандусы и лестницы. И до конца сезона, возможно, и вот эту часть заасфальтируем. Вот нижняя часть там приведена в порядок, лестница, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить комфорт для пешеходов. Напомним, что прямая линия проводится еженедельно. По понедельникам, средам и пятницам с 14 до 17 часов. С жителями по заранее определенным графику общаются руководители управлений и департаментов, заместители мэра и глава города. Телефон прямой линии 62 50 65.